Нравятся ли вам новые дома? Доверяете ли качеству строительства? Или лучше выбрали бы старые добрые хрущевки? Новые, конечно. Я сама такой достраивала, живу в нем, поэтому нормально все. То есть у всех разное, ну, состояние и домов, и ЖК. Вообще у меня малогабаритный дом трехэтажный и одноподъездный, поэтому мне комфортно. А если ЖК не огромный, то там я бы, конечно, не хотела бы жить, честно. Естественно, новые дома нравятся. Ну, может быть, это не очень хорошо, что не придерживаются определенного архитектурного стиля. Но в целом лучше, чем в хрущевке. Я в хрущевке живу, в ней жить и буду, в ней и умру. Свой дом. Нет соседей, никто не шумит, не бегает, не топает, не затопит. Мне всегда нравятся, скажем, дома современные, да, так скажем, не вписываются в общую архитектуру. Ну, особенно в старую, как бы, если не брать хрущевки, то брать там дома сталинской и досталинской постройки, как бы исторический центр города, там, когда в исторический центр вписывают среди двух-трехэтажных кирпичных домов там начала 900-х, и в совокупности не решается там ни проблемы парковки, ни подъезда, ни заезда. Ну и элементарно там люди, которые там потом снимают с офисом, ну заставляют соседние 3-4 улицы, что не проехать, не протолкнуться. Особенно в зимний период, сейчас период снегопадов особенно актуально. Все отлично, конечно, пусть строят. Красиво же строят нормально.